Всем привет, добро пожаловать, с вами снова Наташа Бо. У нас сегодня две вкуснейшие шавермы. Одна с острым соусом и вторая в сырном лаваше обычная. Пью, конечно же, пепси-колу. Со льдом очень вкусно, давайте пробовать. Новое место, новое заведение. Будем пробовать смотреть.
Все валится. Сори. По начинке все очень вкусно. Соус острый, плюс там еще халапеньо. Но единственный вот лаваш, он не хрустящий. Он очень такой мягкий и тянется. Вот, наверное, не дожарили или как-то так. Давайте пробовать в сырном лаваше. В сырном лаваше она же не должна быть такой острой.
Все, ребят, я очень наелась. Как видите, они очень большие, прям набитые мясом, набитые овощами. Толстенькие, пухленькие, короче, полторы. Мне сегодня хватило. Единственное, вот претензии к лавашу, потому что он не... Слово вылетело с головы. Короче, ну вы поняли, он не хрустящий, вот хрустящий. Очень мягкий такой, ну, нормально. А соус очень вкусный, мясо вкусное, в принципе, можно брать мне будет потом еще. Спасибо, что были сегодня со мной. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И до скорых встреч!